Привет всем и добро пожаловать в новый влог. Извиняюсь. Посмотрите, где я нахожусь. Ну вы только посмотрите. Сказала, не поеду Кауфланд, все равно поехала. Ну как же так? Насмотрелась ангибот и думаю, надо закупаться, надо обязательно поехать, закупиться. А вдруг на той неделе ничего не будет? Я ж такая же, мне ж надо все. Ну покажу вам, что курс, что вообще надо. Ну еще надо в Лидл заехать, сдать бутылки. Вот, и... ну, вот так вот и все. Сыночка! Так. Конфеты вот купила, тоже красная цена была. Молоко такое вот. Вкладывайте, дети. Тут с детьми. Хлеб. Вот все такое у девочки закупилась. Смотрите, цена моя. Вот она цена. Потому что так 10 дней без перерыва работаю. Чипсы. Эссик, да, я всегда им чайник чищу. Всегда. Никакими я всякими био не чищу, ничего не беру. Оно, во-первых, не очищает. И когда, например, если даже оно чистое, вот это вот стекло, да, но внутри не такое. И неизвестно, что там вообще находится. Потом, что еще такое купила? Шампунь. Такой вот тоже люблю, вот такой вот шампунь. Ну вот все такое по чуть-чуть набрала. Ну ладно, у нас дождик моросит. Встретимся с вами попозже. Все, теперь я дома. Не хотела закупаться. Вот он, Рики пришел. Я ему тоже кушать купила, поэтому он тут бегает у меня. Ну вообще у него привычка, он любит в сумки заглядывать. Сейчас вам так, Рики, курц покажу, что я купила. Просто курц. И сегодня у меня что-то ушло, не знаю, 103 с Кауфланда, потом в этот, в Лидл заезжала, такое курс заезжала, на Мелина. Так, девочки, быстренько вам курс покажу еще раз. В этом влоге все падает. У меня сегодня пришла после работы, устала, не могу. Потом думаю, что он там делает? Так, девчата, это ДМ, салфетки. Я просто так курс. Рика, у кого есть собаки, да, вот собачки, да, вот можете покупать в экшены. Была в экшены. Так, хлеб. Ойра 69, это в Кауфланде был. Так, вишня 100 грамм, было 59 центов. И вышло у меня 3 ойра 30, нет, 85, извиняюсь. Потом... это холодная айс, как сказать, что это такое? Холодная у меня кофе, холодное кофе. Потом пицца, было 2 ойра красная цена, потом кукуруза. И, девчата, вот эти вот у меня сын любит, они... Около 2 ойра, по-моему, с копейками стоит. Ну, это, конечно, Рику тоже кушать. Вот такое вот. Что еще вот? Тоже вот такое очень люблю. Знаете, я там выбавлюсь, как сказать. Я всегда с яйцами на сковородке делаю. Ну, и салфетки. Где-то нос вытирать. Ойра 69, по-моему, стоили. Сразу выкидываю. Целую гору тут накупила. Потом кукуруза. Тоже вот огурцов. Ну, знаете, вроде покупаешь, залезешь, ничего нету. Ну, ничего нету. Так, ойра 49, купила сахар вот такой. А есть ойра, по-моему, 69, он другой. Так, сейчас я быстро не буду растягивать влог. Потом это для чипсов, чипсы макать. Ну, это уже дети себе. Потом моя шампунь, люблю. И еще одна у меня марка есть, я уже вам показывала. Была красная цена, по-моему, 3 ойра, если не ошибаюсь. Так. 79 центов была красная цена. Изюм. Потом бурата, это в салат. У меня дочь это любит, поэтому я постоянно покупаю. Потом, по-моему, ойра 19 была моцарелла. Это она у меня не выводится. Моцареллу я вообще люблю. У меня моя собачка любит моцареллу. Так. Девчата, это 89 центов была айсберг салат, красная цена в Лидле. Так, это тоже экшен, это, знаете, для косметики, это для мейкап, тонального крема.
Извиняюсь, конечно, за мой язык, как мне постоянно делают ошибки, да, ну, как бы, я так разговариваю. И как разговариваю, так бывает, и то по-русски, и то по-немецки. Мне уже столько раз писали, и как бы, не знаю, не обращайте внимания. Вода, это Lidl, маленькие бутылочки, потом, это чек с Lidl у меня 26, по-моему. Потом 89 центов была тоже моцарелла большая. Потом 3 ойра, по-моему, 49, это на мильшейк. Знаете, да, я очень люблю мильшейк, как бы часто его делаю. Ложу сюда. Так. Это, по-моему, 2 ойра с копейками стоило. Это тоже 2 ойра с лишним. Это шинкен, да? Ну, это обыкновенная как колбаска. Это нарезки. Проще сказать, это нарезки. Так, арбуз килограмм был ойра 39. А, отклеилась. Тут было, мы как взвешиваем, и там как стоит сколько. Это отклеилось. Так, мельчинки, пингвины, не помню, тоже около 2 ойра с лишним. Сразу убираем. Так, девочки, 3 ойра голубика на десерт. Будем с вами делать десерт. На этом не останавливаемся. Дальше. Так, это сын себе взял дезодорант. Не знаю, сколько он стоил. Дочь себе взяла краску для волос. Ее не было, к сожалению. Вообще этой уже фирмы нету. Ну вот нашла, не знаю, вот подойдет, нет. Ой, она мне вообще блондинка, но вот стала темной, что-то не знаю, вот такой вот, как у нее, как шоколадный цвет. А так она у меня и родилась блондинка, и всегда была блонд. Нарезка, наша копченая, русский сыр, очень вкусный. И много кто писал, что вот тоже покупает такой сыр, и как бы, ну, что как бы я показываю, очень интересно. Я говорю, рада, что вы как бы как смотрите, да, тоже в Саэс. Эта краска для волос сколько стоила? Финфойра. Дочь меня просто снимает, я так подсказываю. Так, девочки, красная цена была по 1 ойра. Чипсы. Красная цена вообще, это фирма дорогая. Так, тоже была красная цена. Извиняюсь, сколько она стоит. Тоже была. Была 2 ойра тоже с лишним. Не знаю, не буду просто точно говорить, сколько, но они были в красном, в ангеботе. Красная цена. Ангебот – это красная цена, уже пора выучить. Мне уже писали, что это такое. Так, 2 ойра, по-моему, 59 центов. Это конфеты. Киндер, я. Киндер, как. И вот эти вот тоже. Хотела сказать киндер у барашинг. Так, это сюда. Потом ханута. Вафли Данута, Данута. Потом Геркулес. Сколько она стоила? Ну, она не дешевая, где-то, ну, 89 центов, вот такая вот. Так, девочки, молоко было ойра 19. Ой, боже, кайнплац. Тоже ойра 49 эсик, это уксус. А то меня будут подправлять, я уже знаю. Потом 3 ойра 29 картошка и 2 ойра, по-моему, 59 или 29 была красная цена. А тоже вот такие вот конфетки Кнопперс. Так, ложим сюда. И 3 ойра 29 была красная цена. Это мюсли. Так они вообще, я говорю, 4 ойра там эта пачка стоит, они дорогие. Так, поставлю так. Вроде бы я сейчас быстро. Так, очень любим, девочки, берлинки. Очень люблю. И дети у меня любят. И я как-нибудь вам покажу, сделаю этот рецепт. И 69 центов одна. И эти были красная цена. Это Милена. Донат. Дочь подсказывает, забыла. Ой, Фурзик. Это донат. Тоже была красная цена. По-моему, они стоили 49 центов.
сразу ложу сюда. Я вся в сумках тут. Потом Ойра 29 была, это уже с секшеном. Ну, в туалет. Были тоже красная цена, печеньки тоже. Потом около двух стоили. Ну, это всякое духовки, знаете, уже как полуфабрикаты готовые, как на как чикель, знаете. Вот опять, вот как не купить? Кстати, это новинка, посмотрите. Чтобы знали, вот эти вот печеньки. У меня вообще все, я что увижу, мне надо. Так. 99 центов нудель, это рожки. Это тоже как полуфабрикат, да, как наподобие чипинаклис, тоже уже говорила. Так, 4 ойра стоила пачка фарша. Это 69 центов, это горох такой, вот он, знаете, как сырой. Так, поставлю вот так вот все. Ну и ойра 49 была, красная цена, сыр нарезка, это тоже сыр нарезка. Так, девочки, это тоже очень вкусные печеньки. Я беру то, что постоянно мы кушаем. Лишнее я не беру никогда, просто у меня уже все как покончалось. Лишнее не беру, потому что будет лежать. И это 2 ойра 59 центов, да, Мирена? Если так рихтик сказать. Это хеншин, это как, как вам объяснить? Это как шницель в духовку, в духовку, извиняюсь. Тостерницу ложишь, ну как оно жарится там, и на хлебушек можно. Так, ну вот это вот опять кофе, да, айс кофе, это холодное кофе. Потом, ну это наше мясо, это мы постоянно берем, это с индюшатиной, это уже готовое, я в духовке сейчас буду делать. Потому что, ну, дети любят у меня Red Bull. Не всегда, конечно, это плохо, они знают это. И бывает, ну, покупаю. Бывает, покупаю я это. Когда я мама покупает, а что мама не покупает? Вот. Тоже молоко. И, кстати, морковка подорожала. Она почти 2 ойра стоила, вот эта вот морковка. Ну, и все, девчата. Буду с вами прощаться. Вот. До новых встреч. Хорошего вам дня.